Стоя в магазине, вы часто задумываетесь: интересно, вот бы увидеть, как наносится эта гель-краска в деле. Так вот, это большой видеообзор на гель-краски от Берке специально для вас. Посмотрите, как эти краски наносятся, какие они плотные. Эти, кстати, гель-краски очень хорошо между собой смешиваются. Прям, если честно, я не нарадуюсь, когда ими рисую, что-то ими делаю. Эти гель-краски подойдут как и для китайской росписи, как и для прорисовки тонких линий, также и даже для акварельной техники, представляете? Обязательно следите за нашим аккаунтом, тут будут выходить мастер-классы с разными лайфхаками, как можно использовать гель-краски. Даже такие достаточно трудные цвета, пастельные, наносятся очень хорошо. Посмотрите, какой красивый сиреневый, какие можно им дизайны делать, какой френч можно рисовать. Самый главный вопрос, какая же черная? Посмотрите, я специально взяла тоненькую кисть, чтобы вы увидели, насколько она плотная, и как будет ей удобно рисовать тонкие красивые линии. Мой вам совет — приобретать сразу все гель-краски, потому что их можно между собой смешивать и создавать новые цвета, которых нет ни у кого. А также, чем больше цветов для дизайна, тем больше и выбор дизайна, и тем вам легче воплощать любые задумки клиентов. Посмотрите, насколько это такая чернильно-сиреневая гель-краска, а это очень красивая синяя гель-краска. Прежде чем, чтобы запускать эти гель-краски в продажу, они очень много тестировались, подбирались самые лучшие материалы, чтобы вы, работая с ними, получали одно удовольствие. Обязательно попробуйте эту фирму.